Здравствуйте. Давайте разберем очередную посылку. Вот. Это у нас сейчас будет клей. Заказывал я его специально для того, чтобы склеить экран. Я буду менять экран на телефоне. Вот. И решил его склеить. Вот. Это как бы не путать. Это не тот клей, который, да, если видели наверняка много раз, когда экран меняют, гель вот этот наливают на весь экран, и потом он растекается. Это не тот клей, это скорее всего как момент. У него даже запах на самом деле как у момента. Вот. А он для именно по краям, чтобы склеить, чтобы уже наверняка, да, зафиксировать еще. Можно склеивать всякие маленькие детальки. Вот. Клей этот B7000, вот, очень популярный. Давайте сейчас раскрою, покажу. Вот такой вот он здоровый, на самом деле, видите, прям ладошку. То есть у него маленькое сопло, видите, он прям совсем маленькое. Вот. То есть им вот хорошо именно детальки маленькие склеивать. Давайте, допустим, нельзя, вот. И он, по идее, должен быть прозрачный. Вот видите, его даже не видно. То есть сейчас возьмем и склеим бумажку. Надеюсь, что склеим бумажку, да? Вот. Так что клей хороший, на самом деле, запах у него реально как у момента. Вот такой вот вонючий, знаете, вот раньше, сейчас уже момент так не выпускает таких клеев. А раньше вот токсикоманы самый такой клей и нюхали. Поэтому, если кто хочет попробовать, заказывайте. Вот. Ну, собственно, это, наверное, все. Что он не клеит даже нифига бумажку. Ну, вот он липкий. Вот вы чувствуете, что он липкий. Вот ему надо время. Он застыл. Вот. Все-таки не момент это нифига. Вот, скорее, как силиконовый какой-то клей. Ну, запах специфический у него. Вот. Ну, если хотите все-таки заменить себе экран телефона, вот, ну или действительно в быту нужен какой-то клей, там что-то подцепить, какую-то мелкую детальку, еще что-то, то этот клей очень хороший. Вот он прозрачный, вот видите, в принципе, склеилось уже. Вот, он хороший. Вот, ну все, что хотел, рассказал. Подписывайтесь на мой канал. Вот. Все. Всего доброго.